Мы ведем наш репортаж, находясь на популярном заграничном курорте. Но сегодня это излюбленная всеми россиянами и европейцами зарубежная курортная зона превратилась буквально в горячую точку. В стране переворот. Народ вышел на улицы. Мы ведем наш репортаж, находясь в пятизвездочном отеле. Все иностранные туристы покинули эту страну. Но тысячи отдыхающих из России по собственной воле остаются на курорте в отелях. Я буду нежным и верным. Вот. Наши телезрители наверняка отчетливо слышат русскую речь. И сейчас мы с вами попытаемся из первых уст узнать о том, что чувствуют наши туристы. Представьтесь, пожалуйста. А я тебя по телеку видел. Спасибо, конечно. И тем не менее, как вас зовут? Сережа. А моего друга Валеру? Валера. Скажите, Сергей. Сережа. Сережа. Вот уже неделю, как все иностранные туристы покинули эту страну. Англичане, французы, немцы и даже чехи. Скажите, что вас останавливает от возвращения на родину? Как? И немцы тоже? В первую очередь. Обиделись, значит. Простите, на что обиделись? Так мы же их в первый же день в море загнали. Но чисто по-братски. Всего на 3 часа. Валера! Валер! Уважаемые телезрители, мы с вами видим, что наши сограждане находятся в состоянии шока. И это не случайно. В стране переворот. Скажите, Сергей. Сережа! Сережа, а что вас останавливает от возвращения на родину? Вот вы знаете, обещали 5 звезд. Ну, максимум 3. Мини-бар не пополняю. Европейские напитки за свой счет. Пляж обещали рядом с отелем, а до него еще пешком 2 минуты идти надо. Да вы у Валеры спросите. Валера! Шок. Валер. Вот состояние, в котором находятся наши туристы. И это не случайно. Буквально в 10 километрах от отеля слышны выстрелы. Скажите, Сергей. Сережа. Сережа. Оставаясь в отеле, вы находитесь буквально в замкнутом пространстве. А выходить за его пределы, мягко говоря, не рекомендуется. Почему? Вот, например, вчера нас за 200 баксов на рафтинг возили. Как? Вот и я возмущался. 200 баксов, а с Валерой 500. Но завтра нас на сафари везут. Козлов пострелять. Помутнение рассудка. Галлюцинации. В этом состоянии нашим туристам необходима срочная медицинская помощь. И самолет с лучшими психологами страны уже вылетел из России. Скажите, Сергей. Сережа. Сережа. А что в данной ситуации у вас происходит с питанием? Быть может, вам нужна дополнительная провизия? Ну, если честно, то вот тут вот вы правы. Каждый день одно и то же. Мясо, курица, шашлык. Мясо, курица, шашлык. Эти бесконечные салаты 30 видов. Рыба 70 сортов. Жареная, тушеная, гриль, копченая. Да еще и по 7 раз в день. А хочется простой русской еды. Лобстеров, суши да черной икры. Валера! Валер! Серьезное помешательство на почве стресса, возможно, надолго оставит глубокую рану в душах наших туристов. Скажите, Сергей, простите, Сережа, в России вас наверняка ждут ваши родные и близкие. Быть может, вы что-то хотели сказать им в данную минуту? Ну, это мама, жена,
дочка, сестра с мужем, племянники и племянницы, все они прилетают сюда завтра. На месяц. И я вас всех жду. Да, и если в отеле меня не будет, не волнуйтесь. У меня же завтра сафари. Поедем с Валерой козлов пострелять. Это был наш острый репортаж. Оставайтесь с нами. Семенов, старший следователь Козлова, у тебя камера свободна? А кто там? 18 бомжей? Где ж ты их насобирал-то? Ну, давай там как-то их, я не знаю, уплотни. Сейчас к тебе еще одного задержанного доставят. Товарищ следователь, ну, отпустите вы меня. Я больше так не буду. Мне домой надо. Жена убьет, если узнает, что меня в полицию забрали. Как вы могли, а, в таком состоянии сесть за руль? За руль? Ха! Друзья помогли. Что? А я говорю, нормально сел, как обычно. Но вы же пьяный. Да кто вам это сказал? Да что, я не вижу, что ли? Я не в курсе, но мне кажется, вы немного косите. Кто? Вы сегодня случайно ничего не пили? Так, прекратите безобразничать. Вы дули в специальный прибор, и результат показал, что вы в стельку пьян. Кто? Вы. Я? Да, вы. Что я? Пьяный. Ну, значит, трубка была неисправна. Выдули еще в 3 трубки. Значит, бракованная партия. У вас брали кровь на анализ. И я уже видела результат. Ну, надеюсь, там все нормально. 5 промиллей. 5! Да как вы вообще на ногах стоите? Очень устойчиво. А сижу еще лучше. Врач сказал, что это просто невозможно. Ну вот, очередная врачебная ошибка. Ну хорошо. Встаньте. Зачем? Встаньте и закройте глаза. Бить будете. Закройте глаза и вытяните руки вперед. Может, не надо? Вытяните руки вперед и указательным пальцем коснитесь кончика носа. Зачем? Делайте, что вам говорят. Указательным? Да. Кончика? Да. Пожалуйста. Да что вы делаете? То вы сами попросили потрогать нос. Но я не это имела в виду. А ничего другого я у вас трогать не собираюсь. А то посадите еще за домогательство. Нет. 5 промиллей. 5! Это же 5 литров водки. Неправда. Всего 3. Ну, максимум 3500. Радар показал, что вы ехали со скоростью 250 километров в час. 250 на «Жигулях».
Вы снесли забор. Я все отремонтирую. Молоток и гвозди у меня в багажнике. Какие гвозди? Забор был каменный. Цемент у меня тоже есть. В гараже 5 мешков. Цемент вам не поможет. На своих «Жигулях» вы не просто снесли каменный забор, но и въехали в старинный замок 17 века. Надеюсь, замок цел? Пока да. Что значит «пока»? Эксперты сказали, что если машину вашу оттуда вытащить, замок 17 века рухнет. Выходит, замок 17 века стоит на моих «Жигулях»? Стоит и будет стоять. В вашу машину закачали бетон. Зачем? Мою машину надо бензином заправлять, а не бетоном. Машины вообще не ездят на бетоне. Ну, на дизеле, на бензине. А на бетоне нет. Да кто вам вообще посоветовал в мою машину закачать бетон? Значит так, во избежание скандала мы забываем про все ваши нарушения. А вы пишете заявление о добровольной передаче вашего автомобиля в музей замка 17 века. Вам выплатят компенсацию. Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч? Всего? За мою «Ласточку»? Послушайте, вашим «Жигулям» 35 лет. Неправда. Всего 34. 4.5. И что? Вам 100 тысяч подавай? Ну, не 100. Ну, хотя бы 95. 11. Да мои «Жигули» 250 километров в час выжимают, как выяснилось. 50. Хорошо. 12. Да моя машина стены каменные насквозь пробивает. 25. 13. Да на моих «Жигулях» целый замок 17 века стоит и будет стоять. 13 500 и ни копейки больше. Ну ладно. Умеете ж вы договариваться, товарищ следователь. Хорошо. Вот здесь поставьте свою подпись, и вы свободны. Ага. Семенов, отбой. Что еще? А скажите, мои «Жигули» уже закатали в бетон? Да, это необходимо было сделать срочно. А кроме меня из машины больше ничего существенного не доставали? Нет, не было времени. А что? Да, так, просто у меня там на заднем сидении под одеялом тёща спала.
Простите, пожалуйста, не подскажете, где здесь у вас в гипермаркете вафли с халвой? Доброе утро! Ну, скорее, добрый вечер. Я говорю, где здесь у вас вафли с халвой? Вафли? Да, вафли с халвой. С халвой? Да, вафли с халвой. Где? Где? Ну, это я у вас спрашиваю. Где? У вас. У меня? У вас спрашиваю, где здесь в магазине вафли с халвой? Где? Простите, скажите, это Москва? Где? Вот это вот, вот мы с вами находимся, это Москва? Нет. Как? Это магазин. С халвой. Вафли с халвой. Где? Доброе утро. Ага, спокойной ночи. Так, я могу увидеть заведующего? Здесь есть заведующий? Я уже и увидеть, и услышать можно заведующего. Что случилось? Что случилось? Что? Что? Мне нужны вафли с халвой. Ну да, и что? Да. Ну, я вот у него спрашиваю, где здесь у вас вафли с халвой? Так, а он? А он говорит, вафли. Вафли? О. А вы? Я говорю, да, вафли с халвой. Ну, а он? А он говорит, с халвой. С халвой? Ну, а вы? Ну, а я ему говорю, да, вафли с халвой у вас здесь. Где? Так, а он? А он, ну, говорит, где? Где? О. Я, кажется, понял вашу проблему. Все, сейчас разберемся. Доброе утро! Здравствуйте. Скажите, где у вас тут вафли с халвой? Вафли? Да, вафли с халвой тут у вас где? С халвой. Да. Вот вафли с халвой тут у вас где? Где? Да, где? Тут у вас вафли с халвой. Где тут у вас? Вафли с халвой тут где? Где это? Хашум ли хала атлюн? Чуба хада атлюн рэдэ завмак, ахулу тэдэ товаровит. Чуба тэли а вафли с халвой, тэ за склада ахумэн тэмэля атам. А ну мэ хэлэмэ тэ афуне мэ хэлтэбэ. Чуба ли ачумэ ли вафли с халвой, а? Не может быть. А что он сказал? А что мы легенда, что мы товаровите, что вы это вафли с халвой? Да ладно. Да. А что это значит? Он говорит, магазин обувной. Да нет, он не в курсе. Это гипермаркет. Здесь все продается. И обувь, и одежда, и вафли с халвой. Что вы говорите? Да. Ага. Ага. Так, это интересно, это интересно. Знаете, я тут сам со вчерашнего дня. Я тут сам со вчерашнего дня. Простите, я понимаете, я вообще, понимаете, без заведующего мы не разберемся здесь. Не разберемся. А, как без заведующего? А вы тогда кто? Я просто посетитель. А зачем вы тогда вышли? Я же вам говорю, я тут со вчерашнего дня. Магазин круглосуточный. Я, знаете, здесь ходил. И мне нужны иголки по акции, понимаете? И вот я ходил. И понял, что лучше него здесь по-русски никто не разговаривает. Да? Давайте так, вы мне поможете найти иголки,
по акции, а я вам помогу найти вафли с халвой. То есть вы мне вафли, а я вам... Да, я вам вафли, а вы мне иголки. Да, и сколько ж мы тут будем ходить? У меня отпуск заканчивается. У меня вчера закончился. Знаете что, пойдемте, пойдемте, вот туда, вот там, вот пойдем, я вам помогу, пойдемте. Давайте, давайте попробуем вот туда, найти вот, ваши иголки. Да, Ну все, ушли наконец, придурки. И я спокойно смогу съесть последнюю пачку вафель с халвой. На вот, держи. Работу тебе нашел. Ой, ну наконец-то. Гипермаркету требуется менеджер по рекламе. Работа на свежем воздухе. А это как? А так, будешь прохожим листовки раздавать. В костюме козы или коровы. Ну, а у них там что, других-то костюмов нет? А тебе что, костюм Евы подавай? Нет, ну, я не хочу быть козой. Или тем более коровой. Да какая тебе разница, в какой шкуре у гипермаркета пастись? В смысле, работать. Кто тебя там узнает? Тем более, что ты там не одна такая будешь, коза. Еще 3 тёлки и пастух. Нет, знаешь, все-таки это не мое. Нет. Вот Светка мне тут газету дала. «Работа для всех» называется. Ну, и вот смотри, что я там нашла. Познакомлюсь с молодой девушкой для встреч на ее территории. Ты что, с ума сошла? Да нет, это не то. Ты ниже смотри. Привет, девчонки, юбки до колена. Кому грустно и хочется лезть на стену, звоните. Ваш принц-студент Артем? Да нет же. Ты не то читаешь. Я же тебе говорю, это Светкина газета. Ты ниже, ниже смотри. Я читаю то, что обведено. Это Светка обводила, что ли? Ну, я не знаю. Приглашаются молодые, симпатичные девушки на хорошо оплачиваемую работу в ночное время. Вот. Что вот? А ты узнавала, что это за хорошо оплачиваемая работа в ночное время? Ой, ну, я не знаю, может быть, официантка какая-нибудь в баре. Ну, или, в крайнем случае, посудомойка. Да? А посудомойки им только молодые и симпатичные нужны? А старые и страшные моют плохо? Ну, я не знаю. Слушай, а ты, кстати, вторую часть объявления прочитала? Какую вторую? Приглашаем состоятельных мужчин хорошо провести время в компании молодых, симпатичных девушек. И тот же телефон. И про посудомоек ни слова. Нет, это мне не подходит. Так. Я не компанейская. Давай-ка держи свою газету и читай все подряд. Сейчас что-нибудь да подберем. Требуется специалист по стрижке и триммингу животных для работы в салоне ветеринарной клиники. Ну вот, опыт у тебя уже имеется. Откуда? Собаку нашу стригла. Да, но ты же сам сказал, что после моей стрижки она на крысу стала похожа. Ну и что? Гавкать-то она от этого не перестала. Мы же с тобой даже не знаем, что это такое вот этот вот тримминг.
Тут специалист нужен. Хорошо, читай дальше. Так, требуется экскаваторщик, бульдозерист, автослесарь, а также водитель на международные перевозки, без вредных привычек, со своим МАЗом за небольшую плату. Они что, там издеваются, что ли? Моей жене такое предлагать. Они бы еще параметры водителя указали. 90-60-90. Да. Ну и потом, где я им МАЗ возьму? Давай дальше читай. Так, предлагается работа на танкерах и контейнеровозах. Требуются штурманы, механики, данкерманы. Кто? Данкерманы. А? Матросы, мотористы, а также приглашаем кадетов морской академии на период летней практики. А они что там, нормальную работу не могут предложить? Да если моя жена будет работать этим самым данкерманом, да еще с кадетами морской академии, да меня мужики засмеют. Давай дальше. Предлагается работа в Скандинавии и Западной Европе для мужчин и женщин от 18 до 55 лет. Фабрики, теплицы, фермы, стройки, гостиницы и дыр. И что? И дыр. А? Не, нам это не подойдет. Ну почему? Знаем мы эту работу в Скандинавии. Им лишь бы заманить человека, а потом паспорт отберут и будут таскать по гостиницам, стройкам и теплицам. Причем бесплатно. Ну зачем ты так говоришь? Ну я понимаю, если приглашали только девушек. Но ведь вот же, берут и мужчин, и женщин до 55 лет. Вкусы у всех разные. А в Скандинавии знаешь, какие люди? Скандинавы. Ну и потом, объявление-то одно. А в агентство придешь, одних берут от 18, а других до 55 нет. Ну, ладно, хорошо, хорошо, давай дальше. Требуется переводчик с английского на русский. И наоборот, оплата высокая. Sprechen Sie Deutsch? Чё? Я тебя спрашиваю, ты английский знаешь? Ты в школе какой язык изучала? Арабский. Где ж ты такую школу нашла? Английский надо было изучать. Вон, люди переводчика днем с огнем не могут найти. Готовы любые деньги платить. А на арабский изучай. Давай, читай дальше. Дам дополнительную работу станочнику широкого профиля. А это как? Тебе это не подойдет. Почему? У тебя профиль узкий. Требуется репетитор по игре на флейте. Ты не умеешь? Ну как же, ты вроде говорила, что раньше там играла. Ой, ну это ж я на гитаре играла. Ну какая разница? Давай предложим, пусть сначала на гитаре научится играть. Нет, ну тут же ясно написано, на флейте. Да и потом, на гитаре-то я всего 3 аккорда знала. А сейчас и половины не вспомню. Нет. Люди с жиру уже бесятся. Тут посудомойка не устроится. Они на флейтах играют. Нашли время. Буржуи. Смотри, смотри, какое объявление. Хочется сходить в гости, а малыша оставить не с кем. Нужна няня, 20-30 лет,
добрая, ласковая, заботливая, стройная. Желательно блондинка. Для мальчика 15 лет. Знаем мы этих мальчиков. Тут на одну в подворотне напали. Она в полицию. Насильников поймали, а у них возраст 14-15 лет. Ну? Ну, ее и посадили. За совращение малолетних. А твое-то объявление вышло или нет? Да. Женщина ищет работу. Звонить в любое время. И телефон. Да кто ж на такое клюнет? Человек с высшим образованием. Арабский знает. А объявление грамотно, вкусно составить не может. На, давай, записывай. Молодая, общительная, очаровательная женщина. Нет, напиши девушка. Рассмотрит ваши предложения. Имею высшее. Нет, напиши два высших образования. Хотя, если столько образований, то какая ж ты девушка? Напиши просто. Студентка, недавно окончившая вуз. В совершенстве владею арабским. Нет, напиши иностранным. Нет, напиши просто. Владею языком. Устроит любая высокооплачиваемая работа в любое время суток. Кроме ночи и вечера. Предпочтительно должность руководящего работника. Звонить днем с 2 до 3. Почему именно с 2 до 3? О, это интригует. Пусть поволнуются. Да. Напиши. Интим не предлагать. Правильно. Хотя нет. Про интим не надо. Пусть надеются. Как говорится, надежда умирает последней. Арчибальд великий, маг и чародей в 5-м поколении, да. Похудеть навсегда возможно. Записывайте рецепт моей волшебной диеты. Кушайте, что хотите, вплоть до пирожных, но не больше, чем на 86 рублей в день. Не забудьте прислать мой гонорар, а то вырастет хвост. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Арчибальд Великий? Да, это я. 3 года назад от меня ушла жена. После ваших сеансов она вернулась. Как обещал. Будьте вы прокляты. Помогите. Вижу, у вас проблемы.
у вас с глаз или порча? Да, мне с глаз или порча. Понимаете, от меня деньги утекают. Вы играете в казино? Да что вы? Нет, какое казино? У меня гаишники все забирают. Как тормозят пьяным, так все деньги забирают. Вы пробовали хоть раз в жизни сесть за руль трезвым? Вы что, с ума сошли? Я трезвый боюсь. Что, не знаете, сколько дебилов за рулем? Да, я понял вашу проблему. У вас просто слишком много лишних денег. Я проведу над вами обряд обнуления. Проведите здесь карточкой. Так. Еще. 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 Все, вы свободны. А если появятся снова деньги, снова придете, и мы снова обнулим вашу карточку. Спасибо! Да, здравствуйте. О, здравствуйте. Вау. 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 Все понятно. Я вас слушаю. Короче, ко мне пристает начальник на работе. Вы можете сделать этот, как его, отворот-поворот? Я все могу, я же Арчибальд Великий, маг-чародей в пятом поколении. Расскажите подробнее. Ой, что-то жарко у вас. Так вот. Он вообще не дает мне прохода. На работе задерживает, звонит, смс по ночам пишет. Я вообще не понимаю, в чем дело. Алло, вы вообще меня слушаете? А? Вы можете мне помочь? Конечно. Ну? Я проведу над вами обряд тибетских лам. Прежде всего, перестаньте мыть волосы. Каждое утро кушайте несколько головок чеснока. И вот главное. Смените ваши туфли на эти волшебные чоботы. И вот это. Ой, а что это? Это магическое отворотно-поворотное платье. Вы должны его носить каждый день. Так? Швабра поможет. Ой, щекотненько. Вот так. Если будете ходить на работу, никто к вам не пристанет. Да, да. А шляпка не нужна? Да. Пожалуй, для окончательного рисунка. Ой. Так? Прекрасно. Спасибо. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Стойте, что это? Норковая шуба? Да. Ни в коем случае вам нельзя. Она вся пропитана отрицательной энергией. О, я придам ее магическому огню. Ага. Не сомневайтесь. Идите свободно в новую жизнь. Я сам обо всем догадаюсь. Вы обделены вниманием мужчин. Все подруги замужем, а вы нет. А так бы хотелось завести семейный очаг, да? Но вы считаете себя безнадежной. А что же вы ко мне пришли? Стойте, стойте. Арчибальд Великий поможет. Приступим к чародейству. Для начала избавимся от этих очков. Затем вот от этого убожества. Снимем плащ. Долой. Оденем туфли. Прекрасно. Чего-то не хватает. Эх! Вот чего! Прекрасно. А теперь грудь вперед, вот это назад. И свободной походкой вперед в счастливую жизнь. На трамвай? На трамвай вы не дойдете. Вас похитит принц на белом коне. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас с коллегой интересует вопрос. Это правда, что вы по фотографии
можете находить некоторые предметы. Я все могу, я Арчибальд Великий, маг и чародей. Ага. Угнали машину. Вот фото. Я вижу, это черный внедорожник. Где? Где вы его увидите? Где? Где? Номерные знаки 3 7 ЕЕ. Я вижу. Ваша машина стоит. Записывайте координаты. Средняя полоса России. Речка. Лес. И там, в лесу, под еловыми ветками, она. Вот и все. А вот и нет. А ты боялся. Если экстрасенс не смог найти, менты подавно не найдут. Слышь, братан, какой лес. Наша машина, которую мы угнали, находится на Тимирязевской улице. В промзоне ангар 18. А давай ее перекрасим. Была черная, а станет... А станет розовая. Да. С вас 3000 рублей. Какие деньги, колдун? Ты же не отгадал. Бывай. Розовые тачки. Ла-ла-лай. Розовые тачки. Здравия желаю, лейтенант Кузеняткин. Арчибальд Великий? Нет, нет. Вы ничего не докажете. Я законопослушный гражданин. Я выплачу все налоги. У меня все документы в порядке. Дайте мне хотя бы попрощаться с семьей. Мне куда? В бутырку? На минуточку можно? Машину по фотографии найдете? Фу. Вы из-за этого? Ну да. Да, найду. Я Арчибальд Великий, маг-чародей. Милиционерам и красивым детям скидка. Вот. Черный внедорожник? Ну да. 3 7 ЕЕ? Ну да. Записывайте координаты. Так. Тимирязевское метро. Ангар номер 18. Ого. Перекрашено в розовый цвет. И самое главное, да, примет угонщиков. Один такой тощий, высокий, лысый. Ого. Витек. Витек. Другой маленький, с акцентом, кличка Карен. Карен? Да. Не платит деньги. Особая примета. Чудеса. Как у вас это получается? Это все на ауре машины написано. Чудеса. Вы и не думали о работе в органах? Об органах я постоянно думаю. Здравствуйте! А? Это вы этот колдун, чародей? Да, это я, тот самый. Присаживайтесь. Ой, слушайте, мне нужна ваша помощь. Понимаете, сейчас к вам придет моя жена и будет у вас спрашивать, чем я занимался в командировке. А вы там, наверное, изменяли. Обалдеть! Какое ты делаете? Ну, я просто вижу, это у вас написано на ауре. Слушайте, мне Арчибальд, не могли бы вы ей соврать, а? Пожалуйста. Ну, это несколько расходится с моими принципами корпоративной этики. Я не могу взять и соврать. Ага. Хотя, если... Ага, понял. В исключительном случае, конечно, помогу. Как мужчина, я вас понимаю. Ой, спасибо вам большое. Идет, зараза. Все будет в порядке, спасибо, не волнуйтесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы порекомендовали как очень сильного ясновидящего. Молчите. Я сам все расскажу. Дайте руку. Я чувствую. Я вижу. Ваш муж недавно был в командировке. Да? И сейчас вы уверены, что он вам там изменял. Обалдеть! Как вы это делаете? Это все написано на вашей ауре. Да вы что? Так, ну и что вы там видите? Он мне, наверное, ужасно изменял там, да? Я вижу, он находится на сложнейших переговорах. Вдруг встает. Ага.
и уходит. Ага, к любовнице к своей. Едет в отель, открывает дверь в свой номер, закрывается там, садится на тахту и берет в руки телефон. Так. Начинает листать фотографии. Фотографии любовниц? Нет, это ваши фотографии. Он смотрит на ваши фотографии, тоскует, плачет, скучает. Да вы что, так любит меня? Ой, а почему же у него все тело расцарапано тогда? А тело расцарапано? Да. А как вас зовут? Оксана. Оксана. Я вижу, как он, посмотрев ваши фотографии, так, вот так вот голый становится перед зеркалом и так: Оксана, Оксана, Оксана! И даже здесь: Оксана! Вот так страдает, скучает по вам. Спасибо вам большое! А я-то уже придумала себе все, да? Это мой долг. Ой, Коля! Коль, заходи! А кто это? Муж мой, Коля. Да? А вот этот... Коля, мне сейчас экстрасенс рассказал все. Теперь я знаю, Коля, как ты ездишь в свои командировки. Ты, оказывается, днем в отеле сидишь, а по вечерам... Смотришь мои фотографии и так скучаешь, Коль, что прям вот Оксана, 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 сам себя всего и расцарапал. Колечка, ты знаешь, ты теперь можешь вот сколько хочешь с друзьями в баню ездить и на рыбалку. Коленька, я тебя так люблю. Сейчас пойду куплю пиво, рыбки, скоро же футбол начнется. Эх, Коленька мой. А вы что, вот так вдвоем всюду ходите, да? Вы кого имеете в виду? Вас обоих. Я здесь один. Да что вы, а вот это кто с вами такой маленький в простынке? Сумасшедший дома прибежавший. Здесь никого нет. А это кто? С вами сидит вон там, вон. А? Вот ну так... вот и все, свершилось, хоть кто-то меня видит, я же призрак. Наконец-то, наконец-то я нашел настоящего экстрасенса. Вы что, не видите его? Что, да не видите? Не видит он меня, не видит. Ничего, теперь я не один, теперь ты мне поможешь. Я не настоящий экстрасенс, не надо на мной бегать, сделайте что-нибудь. Я не настоящий экстрасенс, я аферист, я просто обманываю людей, я развожу их на деньги, я обманщик. Все зафиксировали, капитан. Молодец, лейтенант, аферист, развожу на деньги людей. Все, забирай его. Собаки с подходцами вашими. Ничего не докажете. Я находился под воздействием таблеток от гриппа. И все, что я сказал, это бред, вы ничего не докажете. Так, что здесь происходит? Товарищ генерал,
Товарищ генерал, вот задержали с поличным, аферист, мошенник, разводил людей на деньги. Кто аферист? Хиромант этот. Да это же сам Арчибальд Великий. Да. Немедленно отпустите. У меня вон внедорожник угнали. Так он его в два счета нашел. На Тимирязевской, в ангаре номер 18, розовый. Три семерки я ем? Вот, точно. Понятно? Никто не мог найти, он в два счета нашел. Уважаемый Арчибальд, я приехал, чтобы лично пожать вам руку. Да ладно. Ну, и в качестве поощрения. Да ладно. От всего нашего управления. От всех органов. Ну и от меня лично. Сейчас столько тварей развело. И главное, все такие разные. И все такие твари. Я постоянно наготове. Вон у меня соседский дед на диване лежал, так к нему в ухо паук залез. Спрашивается, что эту тварь туда поволокло. Может быть, что-то сказать хотел? В результате у деда сотрясение мозга. Ну, он час башкой об стол бился. Хотел паука вытрясти. Вытряс из другого уха. Сколько тварей развелось. Ну, на днях вот купил килограмм грецких орехов. Все пустыми оказались. Все. Последний расколол, оттуда червяк вылезает и говорит: обидно, да? Нет, может быть, мне и показалось, что червяк со мной заговорил. Но действительно обидно, да? Я теперь каждую тварь стороной стараюсь обходить. Вот если, скажем, дорогу переползает улитка, я останавливаюсь. Ползи, ползи. Ты ж, сволочь, торопишься. Скотина рогатая. У вас в доме мыши есть? У нас нет. Их крысы съели. Я терпел, терпел, потом зарядил три медвежьих капкана на крыс. Ночью слышу, так щелк и такой протяжный писк. Ну, я с кровати вскочил, думаю, ага, попалась голубушка. Лежит огромная такая. Свет включила эта теща. Она, видишь ли, в 2 часа ночи вспомнила, что зубы не почистит. Сколько тварей развелось. Сижу, обедаю, смотрю, в супе муха плавает. Бассейн себе нашла. Ну, я со всего размаху ложкой ей по башке хрес. Она под кусок мяса шны, без акваланга. Аж брызги по всему столу. Ну, не буду же я есть суп с мухой, правильно? Я его зятю отдал. Ну, он любит всякие там экзотические блюда из китайской кухни. Кузнечики табака, пиявки под майонезом, жаба в собственном соку. Мне говорят, что ты пристал к ним, к этим тварям? Они же маленькие. Маленькие. А неприятности от них большие. Вот недавно соседка завела себе в ванной маленького крокодильчика. А к ней из деревни брат приехал и пошел мыться. Крокодильчика увидел, подумал, это мочалка такая современная. Пока он крокодила намыливал, тот терпел. Пока он крокодилом спину тер, тот приглядывался. Когда мужик носом крокодила пупок чесал, тот уже выбрал. И только крокодил пасть открыл, мужик на мыло наступил. Слава богу, крокодила волной отбросил.
Вам ха-ха, а между прочим, мужик теперь каждой мочалки боится. Прежде чем взять мочалку, он кусок мяса ей бросает. Ха-ха. Неделю назад купил пакет риса. На следующий день смотрю, пакет пустой. А от полки с пакетом до дырки в стене муравьи стоят цепочкой и как китайцы на субботнике. Зернышко по зернышку передают мой рис в закрома своей родины. Я сгреб муравьев в кастрюлю и говорю им: если не вернете, негодяи, мой рис, я из вас кашу сварю. И вы знаете, что-то в природе такое существует. Они меня поняли. Они мне и рис вернули. И от соседа еще полмешка гречки натаскали. Вот так вот, с ними уметь надо. Летом как ночь, так комар. Бзз, бзз, над ухом. Бзз. Свет включаю, нет комара. Выключаю опять, бзз. Включаю, всю квартиру обшарил, нет кровососа. Оказывается, пока я по квартире скакал, он у меня на спине сидел. Ковбой. А я ему не донор, чтобы каждые 5 минут кровь сдавать. Ну и потом, у комара ведь хоботок не одноразовый. Он его в кипятке не стерилизует. Я специально к врачу ходил, спрашиваю, можно ли от комара заразиться СПИДом. Врач на меня посмотрел. Говорит, а тебе что? Девчонок мало? Я ему говорю, да нет, меня девчонки не интересуют. Меня интересует комар. Ну, он ни с того, ни с сего на меня как закричит, говорит, а ну пошел вон отсюда, извращенец. А сам в обморок упал. Вот до чего эти твари людей доводят. А вы говорите, они маленькие. Они не маленькие, они большие. Ужас просто, сколько тварей развелось. Эх! Добрый день, уважаемые телезрители, и вновь ваше любимое ток-шоу. Тема нашей программы, как обычно, интересует всех нас больше всего. Героиня нашей программы утверждает, что над ней надругались. Итак, встречайте, Анжела Шарамыгина. Здравствуйте. Присаживайтесь. Расскажите, с чего все началось? Меня в гости пригласили. На какую-то дачу. Так. С ночевкой. В сауне попариться и пивка попить. Хорошо. А кто пригласил? Да кто его знает? Мужики какие-то. Ну, вы, разумеется, отказались. Ну, я ж не дура. Ну? Конечно, поехала. Как? На халяву-то. В сауне попариться и пивка попить. Ну, вы понимали, для чего они вас пригласили? Ну, я ж не дура. Конечно, понимала. В сауне попариться и пивка попить. С незнакомыми мужиками? Ну, это меня тоже немного смутило. Но так пивка хотелось. Думала, в сауне попарюсь, пивка попью и домой поеду. А они, бесстыдники, вон что удумали. Ну хорошо, скажите, вам знаком вот этот человек? Конечно. Я его сразу узнала. Угу. По рубахе. Он был в этой рубахе? Не, в свитере.
Я этого негодяя на всю жизнь запомнила. Это он мне пылесос продал. Простите, какой еще пылесос? Современный, от комнатных клещей. Да, подождите, в сауне был он или не он? Да кто его знает? Их там человек 10 было. Но всех и не упомнишь. Ну, посмотрите, вот он... Ну, вроде он. Точно он. Вон морда какая наглая. Ну, хорошо. Сегодня у нас в студии собрались наши гости-эксперты, которые тоже хотели бы сказать свое мнение. У вас есть ровно минута. Пожалуйста, говорите. Извините, пожалуйста, можно еще скажу? Простите, да, каждого я не могу сейчас просить. Ничего, что говорю, когда вы меня переживаете. Да, надо... Вы слушайте меня! Вот, извините, пожалуйста. Я требую экспертизу ДНК. Что? Ну, все что-то требуют какой-то ДНК. Да нет, ну это не из нашей программы. Давайте по сценарию. Ну ладно, я ж не дура. Ну да. Как мне подсказывают наши редактора, только что сотрудники полиции поймали подозреваемого, и у нас есть возможность поговорить с ним в прямом эфире по телефону. Алло? Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Одну минуточку. Попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Вновь телевидение. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Наша служба и опасна, и трудна. Уважаемый абонент, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. И на первый взгляд, как будто не видна. Связь просто подводит, но попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания невальный сержант Гаврюшкин слушает. Сержант! В конце концов, мы можем услышать задержанного? Да. Алло. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора сержант Гаврюшкин слушает. Послушай, Гаврюшкин, мне продали пылесос современный от комнатных клещей. Понимаешь? А это кто? Кто-кто? Шарамыгина в пальто. Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного сержант Гаврюшкин слушает. Гаврюшкин, дай нам поговорить с этим козлом. Наша служба и опасна, и трудна. Алло, что вам от меня нужно? Здравствуйте, телевидение беспокоит, вы в прямом эфире. Мы по поводу Шарамыгиной. Да. Это еще кто такая? Как девушка, над которой вы, так сказать, надругались. Вы в своем уме? Я вообще девушками не интересуюсь. В смысле, я жена? Ой, да шут с ним. Ну, надругался и на здоровье. Вы его лучше про пылесос спросите. Отстаньте вы со своим пылесосом. Ну, пожалуйста, я за него 100 000 заплатила. Ну, ладно, ладно. Скажите, а зачем вы продали Шарамыгиной неисправный пылесос? Да. Алло. Вы в своем уме? Я не торгую сломанными пылесосами. И не сломанными тоже.
Подождите, ну, а за что же вас тогда задержали? Да. Вы в своем уме? Никто меня не задерживал. Я дежурный старший лейтенант Козлов. А как же задержанный? Да. А задержанный уже отпущен. За недостаточностью улик. Пылесос мне подарил. Современный. От комнатных клещей. Это он! Задержите его! К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Но завтра в прямом эфире мы поговорим о мошеннике, который торгует неисправными пылесосами. До новых встреч в эфире! Поем для вас куплеты, как всегда о том, о сём. А мотив знакомый этот за основу мы возьмем. Да и без лишних уговоров наш дуэт всегда готов. Вам споет сейчас Егоров и станцует Вашуков. Про детей узнать вам нужно, ДНК поможет тут. На ток-шоу очень дружно все анализы несут. Я решил поставить точку, сдал анализ ДНК. Мне нашли в Рязани дочку и в Саратове сынка. Нарушителя поймали, без билета ехал он. Его тут же наказали, нарушать нельзя закон. Чуть живой доставлен срочно, он в больницу номер 5. Если выживет, то точно будет знать, как нарушать. Продавцам не стоит верить, вас обманут все равно. То яиц всего лишь 9, то цена за полкило. Мы вам скажем откровенно, чтобы легче было нам. В магазинах надо цены все указывать за грамм. Ни цветы и ни подарки брать учителю нельзя. За простую шоколадку был физрук с поличным взят. И теперь ему за это предстоит без лишних слов обломать немало веток, наломать немало дров. Я с приятелем встречался, и сказал он между дел, что на пенсию собрался, только выйти не успел. Всем нам молодость продлили, даже старым и седым, и открыто заявили, будешь вечно молодым. Развестись семья решила, на суде был дан ответ. Ей достались дом с машиной, а ему велосипед. Кто разводится не быстро, тот всегда найдет изъян. Обращайтесь не к юристам, вам поможет Петросян. Мы пропели вам куплеты и об этом, и о том. Только песенка не спета, мы еще не раз споем. И вернемся очень скоро, зрители, будь всегда готов. И споет опять Егоров, и станцует Вашуков.